Первая в этом году партия российской нефти отправлена в Китай по железной дороге. Груз пройдет через территорию Монгольской Народной Республики. Перевалку нефти из трубопровода на железнодорожный транспорт осуществили в поселке Мигет, который находится в Иркутской области. До ввода в действие нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан» компании России поставляли нефть в КНР именно этим путем. В декабре прошлого года железнодорожные перевозки сырья возобновили. Была выполнена первая пробная отгрузка нефти через терминал Мигет. На этот раз объем перевозимого сырья составил около 20 тысяч тонн. Производственные мощности в этом пункте налива позволяют организовать отгрузку порядка 3,5 миллионов тонн уже в 2016 году. Напомню, поставки российской нефти в Китай сейчас идут по трем маршрутам. По трубопроводам Сковородино-Махэ и Атасу-Алашаньков, а также через морской порт Казьмино. Доставка по железной дороге стала четвертым направлением отправки энергоресурсов в Китай.